На южной окраине Екатеринбурга лихие, крутые, ночные молодежные покатушки по ночному городу закончились в окрестностях керамики драматичным финалом, вдребезги побитой легковушкой и двумя разбитыми девичьими лбами, один из которых оставил заметный след на лобовом стекле черной, как смоль 14-й лады. Как уточнили наши коллеги, ночные репортеры, ближе к 2 часам ночи 20-летний второкурсник Лестеха мчался с двумя своими приятелями на черной Ауди, не самой свежей, надо сказать, модели. Хотя Audi по определению не может быть ни крутой иномаркой. Тем более с номером из 3 пятерок. Со стороны окружной, по 2-й Новосибирской. Пока на перекрестке с эскадронной парень не вознамерился повернуть налево. Маневр студента оказался более чем неудачным. Как он сам уточнил, общаясь с ДПСниками, на эскадронной он не заметил из-за поворачивавших со встречного направления машин 14-ю, которая на большой скорости неслась прямо. Позже выяснилось, что в салоне «Лады», кроме водителя, находились две девушки. И та, и другая, по предварительной информации, не были пристегнуты ремнями безопасности. И та, что сидела спереди, рядом с водителем, ударилась лбом о стекло. Вторая тоже голову травмировала. Девушек на скорых увезли в 24-ю больницу. И судя по тому, что второй реанимобиль уезжал с перекрестка, хоть и с мигалками, но без сирены, состояние второй травмированной пассажирки «Лады» у врачей никаких опасений не вызывало. Водитель 14-й телом не пострадал. В Ауди парни тоже отделались испугом. Позже они вчетвером, засучив рукава, сдвинули с места разбитую 14-ю и, не ожидая эвакуатора, откатили легковушку на обочину. Ауди с поцарапанным правым боком покинула поле дорожной битвы самостоятельно. После аварии на перекрестке рядом с пешеходником на грязном снегу осталось большое черное пятно с обломками разбитых вдребезги молодежных чаяний и надежд на бесшабашно удачную ночку. Но покатушки закончились, как парни совсем не ожидали. И девчонок жаль.